Когда ты первокурсник, время летит незаметно, и много чего интересного происходит. Но в конце всегда приходит она, сессия. И когда остается несколько дней до экзамена, ты твердо решаешь сесть и начать готовиться. Ну, я пойду прогуляюсь. Ты бы тоже сходила, сколько ты уже так сидишь? Не могу, у меня завтра важный экзамен, а я вообще ничего не понимаю. Чувствую, так просто подготовиться мне не удастся. Что-то есть захотелось. И чаек бы не помешал. Ну все, теперь этот бардак уберу и точно за работу. Да что такое? Кому я там понадобился? Здравствуйте. Не найдется ли у вас минутка поговорить о президенте кампуса нашего? Нет. Да вы издеваетесь. А? Да забей! Сиди, готовься! Но в комнате невозможно готовиться. Шум такой. Ну так иди в библиотеку. Да какая библиотека? Иди разберись с ними. Короче, Димон, тебе решать. Что? Что-то случилось? Можно потише? Я занимаюсь. Какие-то проблемы? Да тут потише просят сделать. Да, сделайте. У меня завтра экзамен. Хорошо, без проблем. Что мы, не понимаем, что ли? Ну все, хотите войны? Будет вам война. А это у нас что? Нарушаем? Что за вечеринка? А ну-ка с пропусками на ресепшн! ты чё, Димон, просыпайся, сейчас экзамен будет. Опоздаешь. Ага. Совсем я заигрался в эту войну. А про экзамен забыл. Ну что делать? Придется идти. Сдавать.